Ну, почти. Зачем? Спокойно. Раз же! Да, блядь. Короче, если гарпун вот сюда впритык прыгать, он тебя не задевает. Почти. Но все равно какая-нибудь живая часть-то долетит по-любому. Да, блядь. Да как? Ой, хуёвый прыжок был. Ну давай, 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 головой, ну хоть чем-нибудь. Не надо. Я всю спину расчесал нахуй до смерти. Вот понял, понял, вот так вот. Да ёбана, там должен был взрыв под мой выигрыш быть. Хорошо, смотри, надо прыгать сначала наверх, потом... да как это, блядь, ты как это... Ёб твою мать. Ой, конечно. Ну, есте... Дай, блядь, ну хватит меня разрывать пополам-то, я... Да ёбана. Мы с тобой скажем по-русски вообще похуй. Сейчас затащим, все будет нормалек. Да нет, 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 коленки нахуй мне не просто так дали. Коленки мне дали для того, чтобы я спокойно не отталкивался от этой поебушки. Схвати вот тут написано. Как это, блядь, там схватить, дурачок-то? Никак. Пугафайт. А ты сука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ёбана нарахлёбана. Ну, в конце концов, сказали, я ботал рано могу проходить вот с закрытыми глазами. Вот просто не смотря туда, смотри. Вот не смотрю. Вот смотри. Это нарабатывается годами. Это уже просто рука. Вот это. Вот эта рука, она уже просто на автомате делает ботал ран. Понимаешь, за 15 лет хэппи-вилсования... А вот эти два пальца, они уже автоматом знают, в какой момент, с каким промежутком времени нажимать на кнопку, чтобы велосипедист ездил на заднем колесе, и все. Bottle flip. Ну да. Не, ну это хуйня. Блять! Почти успел, тихо! Давай! Да хватит ее трахать-то! На! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Алло!